Всем привет, мои хорошие! С вами снова я, Зайка Вера. И сегодня мы с вами слепим осьминожку. Такого необычного морского жителя. Он будет с 8 ножками, потому что это осьминожка. Итак, давайте же скорее приступим к сборке, лепке. И не забудь, подпишись. Слепим туловище. 8 чудесных ножек. Разноцветные жгутики для украшения, а также шарики для глазок. А теперь соберем. Итак, начнем, пожалуй, с туловища. Он даже у нас и голова, и туловище. Нам понадобится синий пластилин, либо ярко-голубой. Мы вот слепим из него, скатаем шарик. И начнем, собственно, оформлять мордочку. Наметим, где у нашего морского обитателя будут глазки. Установим белые шарики. К ним прикрепим зеленые пластиночки. У нас будет зеленоглазый осьминог. Так, вдавим их немножко. И теперь прикрепим черные пластиночки, сами глазки. Вот так вот у него бегают глазки. Также нам понадобится скатать 8 вот таких вот жгутиков, которых мы с вами вот так вот каждый жгутик закрутим. Как улиточка. Готово. Теперь нам надо эти самые ножки и осьминожки прикрепить по кругу, как солнышку. Ух ты, для одной ножки не нашлось места. Ну вот тут вот. Это она тут у нас. И вот такой вот он у нас, весь в ножках. И теперь необходимо нашему малышу делать улыбку. Наметим. Он у нас будет вот такой вот удивленный. И теперь с помощью жгутиков ярких цветов мы сделаем ему пятнышки и щечки. Из этих шкутиков мы делаем ему пятнышки на голове. В общем, украсим его, как вам больше нравится. Ну вот, ребятки, милый осьминожек у меня получился. И у него вот такие вот
яркие пятнышки. Можно сделать чуть больше, можно чуть меньше. Как вам больше нравится, можно украсить все его лапочки. Но я делаю ему пятнышки только на голове. Мне так вот захотелось. Всем пока-пока и до новых встреч!